Ну, конечно, это роскошный дом в центре города. Вот как у Галкина, видели? Конечно, наши пылымские мастера постарались. Я перезвоню, конечно. Ну что, мои дорогие, вы готовы увидеть свою квартиру мечты для молодожен? Проходите, ну. А? Ну как? Вы же сказали, что здесь был ремонт. Ну, конечно, был, по-любому. Когда-то. Да вы не стойте там, давайте пойдем вот сюда, смотрите. Вам вообще не нужно платить за газ. Его нет просто. Тут все для того, чтобы молодожены чувствовали себя как молодожены. А унитаз не работает? Тут рядом такой парк. Там столько замечательных деревьев. Ну вы лучше тогда пока не заходите туда. Да, конечно, никаких проблем. Вы говорили, что в нашей квартире будет детская. Где она? Какой я... Вы имели в виду детская комната, да? Пойдемте в спальню. Пойдемте. Вот тут вот могут дети жить тоже. Я так понимаю, интернета здесь нет. Вам нужен интернет? Так я же могу раздать. Феномен. Ну вот. Это кто? Это ваш сосед. Он с вами поживет месяц. Ну два. Зато он вкусно готовит. Так, в общем, нам не нравится эта квартира. Верните нам нашу предоплату. Да, пожалуйста. Ой. О, да ладно, на. Ты, может... Да такси хотя бы дадите мне. Может, довезете хотя бы, а? Вернитесь! Хотите надежную крышу над головой? Доверяйте профессионалам. Ирина Таува. Честный риэлтор.